Йоу, what's up? Сегодня расскажу вам про такие профессиональные фингерборды, как про FB. Продается этот фингеркомплект, то есть доска, подвески и колеса со шкуркой идут вместе. Начну с доски. Доски в комплитах идут 33 мм. Форма очень удобная. Удобная тем, что высокие tail и nose, и вам будет легко учиться трюки. Ну и кататься так тоже по кайфу, когда трючки стабильно летят. Есть здесь nose и tail, как на обычных скейтбордах. То есть nose должен быть немного длиннее, а tail короче. Вот. Подвески с тюнингом идут. Они сами 30-31 миллиметр, где-то так. Как раз под эту досочку шире, я думаю, не стоит ставить. Уже можно, шире нет. Колеса с подшипниками. Вот в моем комплите они прозрачного цвета, а так вообще разных цветов попадаются. Катят они довольно-таки плавно. По своей структуре они твердые, поэтому скрипеть они не особо будут, но так в катании довольно-таки приятные. Риптейп обычный, не толстый. Когда раскатывается, тянет четенько. Такой комплит, я считаю, отлично подойдет как новичку, так и профессионалу. Доска довольно-таки удобная, колеса катят. Очень даже неплохо для своей цены. Поэтому, если вы хотите кататься на приятном комплите и при этом не потратить для этого большую сумму денег, то такой комплит как раз для вас. А я затестирую, как он ведет себя в деле. Blowing bangs, first class.